Олимпиада в Токио продолжается. Лучшие спортсмены нашей страны поехали защищать нашу родину. Вдалеке от дома всегда тяжело, поэтому волонтеры Ульяновска решили выйти на флешмоб, чтобы поддержать наших ребят. Ульяновские студенты, спортсмены и волонтеры сняли видео на стадионе «Труд». После монтажа организаторы зальют его в интернет, чтобы наши спортсмены почувствовали поддержку даже на таком большом расстоянии. Каждый доброволец держал в руках фотографию со спортсменом, показывая этим, что поддерживают и переживают за наших ребят в Токио. Но мы в целом начали понимать то, что ребятам, ну как бы это ни звучало, ребятам тяжело на Олимпиаде без гимна, без флага, без какой-то либо атрибутики. И мы начали понимать то, что им не хватает какой-то поддержки, потому что также тяжело со зрителями в связи с пандемией, и мы решили записать им видео в поддержку. Летняя Олимпиада в Токио уже подходит к концу. Копилки наших спортсменов пока 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали. Наши земляки, к сожалению, не заняли место на пьедестале, но достойно представили Россию и Ульяновскую область в своих дисциплинах. Мы гордимся нашими спортсменами и ждем их в Ульяновске. Обратно домой. Илья Михно, Александр Кудряшов, Юрий Конихин, Улправда ТВ.